Экс-глава администрации президента не нашел в магазинах молока из-под коровы. Продукты на полках магазинов, маркированные надписями «Эко», часто служат просто для привлечения внимания покупателя, а вовсе не свидетельствуют об экологичности продукта. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший руководитель администрации главы государства Сергей Иванов, сообщает Интерфакс. Иванов привел в пример молоко из магазинов, отметив, что настоящего продукта среди ассортимента нет. «У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России. Давно пора это понять», — сказал Иванов, пояснив, что в таких местах продается только молочный напиток. По его словам, производители пищевой продукции, промаркированной надписями «Экожулье», и с ними надо бороться. Иванов считает, что настоящее молоко можно приобрести только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве. Один из признаков молока из-под коровы, по мнению Иванова, это отстаивание сливок после надоя. Однако, по его словам, свежее молоко очень сложно довести до потребителей и успеть продать до того, как оно скиснет. Ранее сообщалось, что в российских магазинах и супермаркетах по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича до 26 марта пройдет масштабная проверка молочной продукции для выявления доли фальсификата на рынке. Ревизию проведут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Инспекция такого масштаба будет проводиться на федеральном уровне впервые. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.